8-го, пробелунку. Вот мой штукарь. 300-граммовый. Две мойвы. Резинкой перетянутая. Вот диск. 6. О, ребят, вот такого вот кабанчика достал. Как кабанчик? Килограмм 8 есть. Не успел я включить камеру. Вот он, придавил сверху стукан. Прошло 1,5 часа от того, как я пришел. Ну вот такой красавчик. Продолжаем дальше. Ну вот, все, я его уже дома раздел мед кусочками. Сейчас чисто мясо сколько получилось. 1,5 кило. Кило 400. Это 2,900 получается. И пускай будет 700 грамм, 2,600. И вот, казалось, это мамка с икрой. Икры 300 грамм. И печень. Печень чистая. Вот такая вот печень. Печени 800 грамм. Итого 2,600 кило 500, кило 400, 2,900, 700 грамм, 3,600, 800 грамм печени, 4,200. 4,5 плюс это икра. Ну, в принципе, нормально. Где-то общий вес его был 7-8 килограмм. Потому что там голова, внутренности еще. Все, спасибо за просмотр. Всем пока.